Вы нарушили пункт 2.2 ПДД РФ, то есть управляли транспортным средством, перевозили пассажира непристегнутым ремнем безопасности. За данное правонарушение предусмотрено статьей 12.6 КОАП РФ штраф 1000 рублей. И за перевозку пассажира вне салона, то есть на крыше автомобиля, предусмотрено статьей 12.23 часть 2, тоже административное наказание в виде административного штрафа